Всем привет! Иногда бывает, что уже после обеда сил не хватает ни на что, и нужна срочная перезагрузка. Ученые доказали, что своевременные перерывы улучшают не только самочувствие, но и продуктивность. Для того, чтобы полностью расслабиться и успокоиться, не нужно много времени и денег. Для этого есть 5 способов, которые помогут быстро абстрагироваться от хаоса и выдохнуть. Способ первый – выпейте зеленый чай или кофе и съешьте шоколадку. Проще говоря, сделайте перерыв, спокойно и медленно налейте себе чай. Съешьте не спеша пару кусочков темного шоколада. Кстати, зеленый чай отлично помогает расслабиться и избавиться от негативных эмоций. В это время не отвлекайтесь на работу и звонки. Посмотрите, какая отличная погода за окном. Второе. Восстановите внутреннюю гармонию. Если вы находитесь на пределе и чувствуете, что сейчас взорветесь, значит вам необходимо восстановить внутреннее равновесие. Если у вас есть возможность уйти в тихое место и там помедитировать несколько минут, то это будет лучшим вариантом для расслабления. Но если покинуть рабочее место никак нельзя, то попробуйте медленно и глубоко дышать. Попробуйте вначале через левую ноздрю, а затем через правую. И так чередуйте. Третье. Сделайте себе массаж. Сделайте массаж рук, помассируйте сначала одну руку, а затем другую. Так вы отвлечетесь от работы и сможете расслабить свое тело. Также можно намочить холодной водой запястье, чтобы снять напряжение. Четвертое. Смените обстановку. Лучше всего помогут снять напряжение смена обстановки. Выйти из кабинета и прогуляйтесь по коридору. Выйдите на улицу и подышите свежим воздухом. Если нет возможности выйти на улицу, то наведите на рабочем столе порядок, расставьте предметы и спрячьте ненужные бумажки. Пятое. Послушайте музыку. Если вы устали, то наденьте наушники, включите любимую песню и закройте глаза. Музыка оказывает большое влияние на наше настроение и продуктивность в целом. За 5 минут вы сможете не только отдохнуть, но и получить заряд энергии на несколько часов. Казалось бы, такие простые советы, но они действительно работают. Если не верите, попробуйте.